слышал на последнем мероприятии по поводу вот такого понятия, как трэш-ток. Сказали, что Макгрегор за Хабиба сделал всю грязную работу в этом вопросе. И действительно, мы часто видим, что у нас в России много хороших спортсменов, которые хорошо бьются, но они вот не используют этот инструмент как трэш-ток, из-за этого они, может быть, не владеют такой популярностью. Как вы считаете, необходимо ли нам развивать этот институт для того, чтобы ну вот, медийную такую наращивать историю вокруг спортсменов? Не, пусть они делают за нас эту грязную работу, а мы просто будем заходить и бить. Пускай они готовят стол, мы придем, покушаем, уйдем. Так лучше. Спасибо. Да, спасибо. А передайте, пожалуйста, вот микрофон. Представьтесь, пожалуйста. Да, здравствуйте. Меня зовут Павел, телеканал «Пятница». Мы с «Пятницы» не совсем понимаем в спорте, поэтому спросим немножко о лайфстайле. Не знаю, интересно, когда ты в последний раз отдохнул, высыпаешься ли ты? Что в твоем плейлисте? Держишь ли ты себя в форме себя? Что сейчас ешь на диете? И когда последний раз был в клубе в ночном? Можешь рассказать немножко таких интересных фактов? Не, у нас пятница чуть-чуть по-другому ассоциируется. Мы не ассоциируем пятницу с клубами, мы ее ассоциируем с мечетями. Там, ну, мы стараемся вспоминать больше Всевышнего пятницу. Но в клубы я не хожу, а кушаю, что хочу, то и кушаю. Я думаю, что я заслужил за 32 года кушать то, что я хочу. Но сегодня утром я, например, проснулся, я пробежал 5 километров, сделал полчаса качку. И спустился и покушал бенедикт с лососью и морковный сок. Прикольно. Советую, с утра очень хорошо залетает. А в плейлисте что у тебя? Плейлист как такого у меня нету. Ну, я так стараюсь там правильные вещи смотреть. 1.5-2 года я вот смотрел на РЕН-ТВ. Скажите, пожалуйста.